Очень люблю, уважаю вас. Дорогой Знаю Евгений, только с хорошей стороны. Дай Бог процветания, столько жизни, здоровья детям, семье, чтобы по жизни все складывалось нормально. От души целую вашу душу. Начали. Поздравляю с днем рождения, желаю счастья в личной жизни. Пух! Кто это у тебя? Это так, чисто симпатично. Прошу вас. Садитесь. Зажигай! Может, выпьем? Коньяку? Нет, он же с дубильными веществами. Налейте обыкновенной русской водки. Анисовой, к сожалению, нет. Мюллер какое-то мгновение раздумывал. Это чистый. Займа для гостей держит. Ну а вы, дорогой Атос! Все идет хорошо. Очень, очень хорошо. Грюшница водку делала. После первой не закусывают. Люди, не волнуйтесь. В этом отношении не беспокойтесь. Да еще под моим влиянием. Пейте смело. За доцента! О, да ты, ваше благородие, нарезался. Зачем же я так напился? Закусывать надо. Что это значит? Я прилег. С ума вы сошли? Я заболел. Вот это уже безобразие. Вот что значит две лишние капли валерьянки. Начнись ты! Аккуратней. Куда у меня ничего не будет? Навстречу твоему счастью. Она мне мешает, человек песню поет. Ребят, на его месте должен был быть я. Ты что, не понимаешь? Ты меня? А? Благодарю за внимание. Все, кино не будет. Электричество кончилось.